В продолжение темы. Наша съемочная группа посетила необычную семью в районе Акулы. Подробнее в сюжете. Где-то семья Болтенко-Сисекиных проживает в селе Клектес. Хотя Валентина Болтенко на пенсии, она не только бабушка, но и мама для шестерых внуков, которые бегают по дому. Вообще было двое детей, дочь и сын. Потом дочь вышла замуж, вот родила шестеро. Потом заболела, онкология у нее была. И вот 26 декабря 2020 года она умерла. Вот. И ей всего 38 лет было. И мне пришлось вот этих... моих внуков взять под опеку. Потому что куда их? В детдом их сдать? Вообще зачем там? Кто там в детдоме за ними сердце смотрит? Сердце не позволяет. Да. Старшей Валерии 17 лет, Илье 12, Алине и Дарине по 11, Глории 7. Младшему Глебу 5 лет исполнится в следующем месяце. Они живут в маленьком четырехкомнатном домике в гармонии. Не бойся, не стесняйся, пойдем. Это у нас какая комната? Это у нас там, здесь лежит Лера спит, угу. Они спят. Так, Лера здесь? Нет, они Лера здесь, Глаша здесь, Глеб, Дарина там. Да. Угу. Давай дальше пройдем, тогда нам нужно показать. Дальше, это у нас кухня. Да, дальше здесь у нас что? Здесь у нас спит Илья. В этой семье день начинается засветло. Валентина Болтенко встает в 6 утра, доит коров. Около 7 часов утра дети просыпаются, старшие идут в школу, а Глеб в детский сад. Даже сейчас, несмотря на такой возраст, дети хотят помочь бабушке. Валерия в этом году закончит 11 класс. По окончании учебы намерена поступить в вуз. Она говорит, что поможет бабушке заботиться о своих братьях и сестрах. Бірінші апама өзім бауырларымды, сестренкаларымды көтеру. Во-первых, я должна помочь бабушке поднять на ноги моих братьев и сестер. Им надо закончить школу, выбрать специальность. Это требует большого терпения, их нужно научить справедливости и доброте. 15 мая – Международный день семей. Хотя Болтенко-Сисекины пережили трагедию, все равно считают себя счастливой семьей, сплоченной и способны защитить друг друга. Они поздравили наших телезрителей с праздником. Поздравляю всем с Днем семьи, желаю всем счастья, здоровья. Никогда не болеть. Сейчас нынешнее время, в 21 веке, это самое главное, не заболеть. Главное, чтобы у всех было счастье и благополучие в семье. Да, и все жили с мамой и с папой. Илюша, ты же уже тоже большой. Илья, ты маленький. Давай, скажи нам что-нибудь. Поздравляю вас с Днем семьи, желаю счастья, здоровья, чтобы маму слушались, папу, получали пятерки. Давай, Алина, теперь Дарина. Ты старше меня. Давай, на копилку. Поздравляю всех семьи с праздником семьи. Желаю здоровья, чтобы никогда не болели. И учили на пятерке. Вот молодец. Давай. Поздравляю вас всех с праздником семьи. Я хочу, чтобы никто больше не заболел, чтобы все были здоровы и никогда не болели. Наш телеканал также поздравляет эту семью. Они доказали, что и неполная семья может быть счастливой. Главное – уметь все ценить. Мурат Ибилмаджит, Мальдер Курумбай, Амир Ирланула, Эрдес Акпарат из района Акулы.